Здравствуйте! Сегодня я расскажу вам, как сделать почтовый ящик для пакетиков на даче. Обычно дома остается много пакетиков одноразовых, которые я привожу на даче для всякой мелочи, для зелени, для картошки, для морковки. И на улице они очень часто не находят себе места, летают по всему огороду. Вот я придумала вот такой почтовый ящик. Значит, смотрите, берем маркер. Рисуем. Вот так мы должны здесь разрезать. Вот так. Вот. Вот так. Вот. Сейчас мы разрежем этот. Так. И с этой стороны. С этой стороны мы сделаем как бы ротик такой небольшой. Вырежем вот такое отверстие. Так, начинаем. Берем ножницы и отрезаем. Вот, видите? И здесь внизу разрезаем. Ну вот я заранее уже разрезала, и вот получился у меня вот такой коробочек. Вот такой стаканчик. Этот стаканчик я прикручиваю в двух местах. Здесь и вот здесь, на любое удобное мне на улице место, где-то на заборе, на домике, чтобы мне не мешало. В любое свободное время я могу прийти и взять отсюда пакетики. Значит, пакеты я закладываю по одному, обязательно по одному, вот так, сюда. Так положила пакеты. Чтобы сверху не лил дождь, я вырезала вот такую крышечку. Эта крышечка заходит вот так сверху. Как раз. И вы одели сверху крышечку. Водичка, если будет дождик на улице идти, туда уже не попадет. А пакетики мы отсюда достаем. Вы подходите в любое. Руки грязные, не грязные. Достали один пакетик. И, пожалуйста, используйте вот такой почтовый ящик для пакетиков. Будет очень удобно вам. Спасибо за просмотр. Всем удачи. Не забываем ставить лайки и подписываться на мой канал. Спасибо.